Немножко вытру кисть. Возьму еще белил и ультрамарина. И сделаю вот этот вот краешек светлый у нее. Можно сразу же и вот этот вот лепесток написать. Немножечко с белилами размешаем и краешек посветлее сделаем. Кармин. Сюда вот тень поглубже сделаем. Так, можно также сделать вот эту часть сейчас. У меня еще на кисти остается краска с кармином, поэтому он смешивается с ультрамарином. Получается темнее, чем я хотела. Нужно немножко схитрить, добавить побольше цвета. Это кармин. В глубину его кладу. И вот так плавненько выравниваю цвет.
глубине он вообще там такой вот яркий. Поэтому я возьму розовый светлый и вот туда вот так положу. Тут с краешку посветлее он. Капельку лимонного возьму и добавлю сюда тоже. Вот уже в целом вырисовываете то, что мы хотели с вами показать. Вот здесь еще немножко белилами вот так сделаю границу. Так, вот этот вот лепесток сейчас сделаем. Это у нас ультрамарин розовый с белилами. Можно немножко побольше краски добавить. Ультрамарин розовый, он такой прозрачный цвет. Поэтому белила его быстро съедают. Добавлю немного понасыщенней, да, вот так. Вот сюда, с правой стороны, там, где он к цветку присоединяется уже. Делаем плавный переход. Я возьму розовый светлый и вот так в краешек сюда сделаю такую границу яркую. Возьму прям белил чистых, чуть посветлее выделить световые части здесь, на этом лепестке, и прям белилами вот так пройдусь. Так, что у нас здесь? У нас еще вот эта часть, здесь прям голубой. И вот сюда тоже его положу. Вот так. Дальше возвращаемся к розовому. И делаем вот здесь границу. Вот так. И плавную растяжку.
там в глубине у нас такой теплый розовый, видите? Поэтому я возьму еще лимонного, добавлю к розовому светлому и туда положу этот цвет. И там еще есть такие прям светлые участки. Я возьму вот этот вот, который у нас был такой светлый. Белила с лимонным. Туда положу. И плавный переход нам нужно сделать. Вот так. Даже там в глубине он с оливковым уже смешивается. Можно и сразу и сделать, в принципе. Так. Немножко оливкового добавим. Угу. И вон в самую там глубокую часть ярко-розового добавим. Вот туда в глубину. Так, возвращаемся вот к этой части. Вот к этой. Это я взяла цвет, это белила с ультрамарином розовым. Делаем красивый переход. Это розовое светлое с лимонным смешанное. Туда еще в глубину и нанесу. Вот, очень объемный цветок у нас получается.
белилами выделила часть самую светлую здесь, на этом участке. Двигаемся дальше, вот в эту часть. Это розовый светлый и капелька лимонного. Прям вот самая капелька. И вот эту часть теневую прописываем. Тут очень тонкая граница света и тени. Надо ее уловить. Мы нанесем основной цвет. Потом будем добавлять блики. Вот здесь зеленые блики есть. Так, кисточку я вытерла. И беру белила. И вот так сюда добавляю. Шире сверху. Так. Очень элегантная роза у нас получается. Прям такие формы изысканные. И осталось прописать еще вот этот лепесток. Поэтому я возьму ультрамарин розовый, белила. Основной цвет у нас.